Так, ну что, друзья, всех приветствую еще раз. С вами Франкенштейн. И я сегодня хотел бы посмотреть, насколько щедро Wargaming относится к тем людям, которые не так часто донатят в эту прекрасную игру. Какой коэффициент, скажем так, успеха имеют эти люди при донате? Ну, не то, что именно при донате, но и при донате в целом, как бы, и при покупке каких-то отдельных коробок, когда происходят те или иные ивенты. Вот, как вот, например, со случаем лайфхантрекера, режима этого Е110, это 55 разряд. Как бы, в целом, мне режим нравится, но он не то чтобы сказать прям эйфоричный какой-то. Да, разработчики в этом плане молодцы, они постарались сделать режим качественно, чего мы ждали целый год, скажем так. Вот. Но я решил тут по случаю прикупить пару коробок и посмотреть, выпадет ли мне что-либо из этих коробок или нет. Вот. Ну что ж. Я думаю, что не стоит сильно затягивать этот, скажем так, нюанс, и переходим сразу к коробкам. Прошу заметить, что у меня на аккаунте 1 866 000 серебра и 103 голды. Смотрим, что мы получим из этих двух коробок. Открываем первый. Сто голды и X5. Перезапустить за 100? Давайте перезапустим. Блин, сори, у меня замок стоит на золоте. Ладно, окей, забрать. Очень щедро, да. Прям вот щедрость, так щедростью так и пахнет. Так, закрываем, открываем замочек, чтоб в случае, если захотим перезапустить, чтобы у нас, по крайней мере, было чем. Открываем последний. 500 золота. И опять то же самое. Это разряд того случая, когда ты просто в шоке от того, что картошка настолько дика. Блять, я перезапустить хотел. А, ладно, короче, пойдет. Вот так. Вот такая щедрость, ребят. Ну, я думаю, что я сегодня еще, наверное, на одну коробку вкину. Вот. И вечером на стриме посмотрим, что из этого вышло. А пока всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какая удача у вас была. Вот, в плане этих коробок. И делайте скриншоты, закидывайте. Также в группы, которые будут в описании. И посмотрим, сколько счастливчиков из тех людей, которые получили хоть что-то ценное из всего этого. Ну, а с вами был Франкенштейн. И до скорых встреч на просторах Ютуба.